Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 198 упражнение. Нужно записать однокоренные слова с данными приставками, объяснить графически орфограмму. Итак, безинициативный. Пишем «ы», поскольку приставка «на» согласны. Сверхинициативный пишем «и», потому что сверхприставка является исключением. Безинтересный. Пишем «ы», приставка на согласный. Сверхинтересный, пишем «и», потому что сверхприставка является исключением. Безыскусственный, пишем «ы», после приставки на согласный. Сверхискусственный, пишем «и», потому что приставка «сверх» является исключением. Безызвестный, пишем «ы», поскольку приставка на согласный оканчивается. Сверхизвестный, пишем «и», поскольку приставка «сверх» является исключением. Нужно ответить на вопрос, какой из записанных слов отрицательно характеризует человека. Можем сказать, что отрицательно характеризует человека слова «безинициативный». На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у нас есть вопросы, задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.